Здравствуйте, мои дорогие друзья! Садовые опрыскиватели, навесные, прицепные от турецкой компании Бадили, импортер компании Агроформат. Опрыскиватели прибыли в Российскую Федерацию для помощи вам в работе в вашем саду. Вот здесь вы можете видеть перед вами навесные модели на 600 литров и 800 литров. Соответственно, значит, прицепные модели 2000 литров с обратной тягой вентилятора, с редуктором, естественно. На каждой машине, несмотря на то, что прицепная она или навесная, везде стоят редукторы с переключением передач. Первая, вторая и нейтраль. Соответственно, то же самое мы видим на навесных моделях. Что касается форсунок, они у нас классические, стандартные, в двух положениях работают. Вы с этим уже прекрасно знакомы. У каждой из этих моделей имеется бак для чистой воды. Вот она, крышечка. А у прицепного, соответственно, вот здесь этот бак находится сверху. Разные емкости. Прицепные сейчас есть на 1600 литров. Это новинка. Такую модель мы привезли впервые в Российскую Федерацию. Он уже, собственно говоря, то есть привезен под клиента. Захотел непосредственно такой объем. Нет никаких проблем. Агроформат выполнил это пожелание. Ну и давайте посмотрим на распределители и на насосы. На всех этих моделях стоят одинаковые насосы, несмотря что навесная или прицепная модель, несмотря на емкость, насосы одинаковые. С производительностью 153 литра в минуту. Прекрасные насосы, хорошо себя показали. Значит, распределители классические, всем вы с ними знакомы. Вот на навесной модели аналогичные распределители с функцией самозакачки, смешивания удобрений. На всех моделях это присутствует. Вот давайте поближе посмотрим прицепную модель. Значит, данный опрыскиватель 2000 литров имеет емкость, да? Вентилятор с обратной тягой, с редуктором, с возможностью переключения скоростей 1, 2 и нейтраль. Значит, у каждой прицепной машины имеется бак для чистой воды. Значит, каждая машина оборудована функцией самозакачки. В комплекте идет шланг для этой операции. Его мы подключаем, шланг, вот на этот фильтр грубой очистки. Снимаем эту пробочку, открывается клапан, ставим сюда шланг, бросаем его в емкость и забираем из этой емкости воду. Значит, данный кран красного цвета предназначен для переключения, откуда мы берем воду. То есть берем воду из основного бака на распыл или же берем из бака для чистой воды, которая необходима для промывки системы. Значит, оцинкованная рама, прошу обратить внимание. И регулируемое дышло. Очень удобная штука. Она упрощает развороты на узких междурядьях, где мало места, тесно. Трактору намного легче производить манипуляции, маневры с помощью такого дышла. Значит, распределитель. Он нам дает возможность, значит, переключать, в каком режиме мы будем работать. Мы будем работать левой стороной или правой, соответственно. Значит, смешивание удобрений, распыл. Значит, и можем, естественно, регулировать давление с помощью вот этой ручки. Весь этот механизм мы ставим вот на заднюю часть трактора. Она снимается, вот, и переставляется на трактор для удобства управления. Я считаю, прекрасный опрыскиватель, а тем более, если бы вы знали его цену, то вы бы меня поддержали бы однозначно.